Получается, природе выгоднее воспроизводить тупых, и мы должны деградировать, а не эволюционировать. Выгоднее? Ты слишком эгоцентричен, если думаешь, что матушка природа действительно задумывается над подобным, над подобным проектом. Представь себе, что ты один из человечества. Ты примерно, ты резко меньше, чем одно звено кольчуги. А теперь представь себе вселенную, в которой ты лишь звено кольчуги, звена кольчуги. Потому что предположим, что планета Земля — это звено кольчуги вселенной. Значит, ты звено кольчуги этой Земли. При этом, при всем, тебя звеном кольчуги нельзя называть, потому что, вообще-то, для матушки природы есть куда более важные субъекты, куда более живучие и, там, значимые для тебя, как, например, как что-нибудь глубоководное, к примеру, вулканы какие-нибудь или деревья. Ты живешь в странах 70 лет, кому ты нужен? Ну да, ты построил свой дом. Кому интересен твой дом? Ты кто? Вообще. Иди отсюда со своими понятиями. Накидался, да?